Всем привет! Говорит и показывает Ихтиандр. И только что мы взяли максимальный склеп за кастл армии первого-второго дня с потерей 4 копейчиков. Эту замечательную тактику придумал NoobHMM, за что ему спасибо. Вот, и сейчас объясню поподробнее. Для взятия склепа нам нужно всего лишь 4 единички копейщиков и минимум 18 лучников. Вот, ну, 18 лучников есть почти в любой игре за кастл, за редким исключением. Вот. Ну и данная тактика особо полезна для, если старт идет за Валеску, и копейщиков мало, а лучников много. Ну, копейщиков мало, их даже не стоит брать склеп, вот всего лишь 4 единички. Ну или эти единички могут быть какие-нибудь левые со второго героя, допустим, гоблины или бесы, которых не жалко. Вот. Ну сразу же стреляем в скелетов. Так, ставим единичку сюда, чтобы тряпки не долетели. И этими двумя вейтимся. Вот здесь, получается, есть клетка, ну, зомби идут наверх, и, получается, можно поставить единичку так, чтобы тряпки и зомби не дошли вот сюда. Ну, а эту единичку куда-нибудь так, чтобы вампиры не достали. И лучниками убегали. Этой единичкой вейтимся. Вот, ну и здесь, чтобы скелеты умерли от ответки лучников, этой единичкой тоже нужно провейтиться, то есть не становиться рядом с лучниками, иначе скелеты будут бить единичку. Так. Ух ты, ничего себе. Скелеты убили нам лучника. Ну, такое бывает очень редко. Еще учитывая то, что атака всего лишь одна у нас. И как раз нанесли, видимо, чуть ли не максимальный урон по лучникам. Вот. Ну, у меня такое вот сейчас первый раз за очень много генераций, так что, думаю, этим можно пренебречь. Вот. Ну и ставим так, чтобы вампиры не долетели, зомби не дошли. Вот сюда единичку. А эту ставим вплотную к лучникам. Ну и здесь в тряпок сразу стрелять не стоит. Надо с вейта сначала, ну, чтобы они не регенерировали. Сначала вейт. Здесь тоже вейт. И здесь убегаем этой единичкой влево. Этой тоже становимся в угол. Ну и здесь с вейта уже расстреливаем тряпок. Ух ты ж. Опять одна тряпка осталась. Но это, наверное, из-за того, что лучников 17. А, вот, ну и этой единичкой встаем вот сюда. Ну да, тряпка не убивает лучника никак. А, так, ну и здесь, в принципе, можно сразу стрелять с кривой стрелы вампиров, потому что все равно они будут здесь летать. Здесь встаем так, чтобы зомби пошли налево, то есть вот в эту клетку. Опять стреляем с кривой стрелы. Вот, ну а здесь уже вейтимся, чтобы вампиры подлетели. Стреляем, еще раз стреляем. И еще раз стреляем. Ну и все, здесь уже убегаем от зомби. Расстреливаем. Вот. Ну здесь я не убежал. Не сейфово сыграл. Вот, ну вообще сейчас одного лучника потерял. Вот, такое случилось впервые, прям специально, наверное, для записи видео. Вот, ну вообще, что еще хочется сказать. Допустим, если у нас атака больше, там какой-нибудь крэк, допустим, то можно достаточно вообще там 16 лучников, а не 18. Вот. Ну вот и все, в принципе. Если лучников меньше, чем 18, то... Я запишу еще одно видео, там тактика отдельная. Вот. Ну, в общем, спасибо за внимание.